Это металл. Sony. Очень здоровый, очень большой пульт. Тереть, а то он весь пыльный. Потом уж поближе посмотрите. Стоит кассета внутри. Сейчас здесь все надо протереть. А вот это самая деталь, которая выпала оттуда. Так, сейчас попробуем первое включение сделать. Еще раз. Вот и все. Ну, видать, вот он какое-то хочет действие выполнить. Типа даже, может быть, он его делает, но на самом деле ничего не происходит, потому что там вот эти запчасти выпали. Никакие кнопки не реагируют. Выключается сам. Я могу только лишь включить его. Выключить тоже не получается. Из видика выпало две запчасти. Такие штуки. И что-то там еще болтыхается. Собственно, все. Сейчас я его соберу и по.
потом уже надо будет его дальше смотреть. Будет его уже человек смотреть. Мне тут уже дальше смотреть больше и нечего, в принципе. Так, ну и, конечно, я забыл, что хотел показать вот эти вот микрофоны интересные. Микрофоны Sony. Блин, видно, что они древние. Здесь даже почерк Sony немножечко другой. И они из металла, но он очень тяжелый. Это как дубинка. Вот такой обычный джек. Надо их проверить, куда-нибудь подключить. Я уверен, что они работают. Интересные микрофоны. Ну и про инструкцию, я не помню, говорил я про нее или нет. Инструкция вот есть. Инструкция есть. Пульт вот такой. Его надо настроить. Работает. Очень здоровый пульт. Ну вот теперь как бы вроде бы все.